вами, как всегда, Ярослава Якушева с главными слухами в мире Лайка. Срочно новость. Дельфины и единороги только начали отходить от скандала из-за того, кто куда и как сел, как разгорелся новый скандал. Теперь в скандал подключились еще и хитрые лисьи мордочки. Будем следить за боевыми действиями в сети. Шок! Знаменитый балерун Николай Тискаридзе не признает Аскаридзе. Он утверждает, вообще не знает, кто это такой. Мы дозвонились до Оскара, чтобы получить официальный комментарий на этот счет. Алло, Оскар, добрый день. Привет. Вы в курсе, что Николай даже не знает о вашем существовании? Вы представляете, я еду в такси и меня узнали. Оскар, что вы такое несете? Временно не так. Ничего не понятно? Ну да ладно. Макар Карелин узнал, что его недолюбливают картавые люди, и что Моисей уже купил себе абонемент на бокс и тоже начал картавить. Олечка получила тройку по русскому языку, и теперь она троллечка. Эстрадные певицы Милана Некрасова и Анастасия Кош выпустили новые песни. На моей странице ВК опрос. Голосуй, чья песня тебе понравилась больше. На этом пока все. А мы продолжаем подсматривать и подслушивать за топ-лайкерами. Всем позитива и добра!